Let me ask you, Mr. Господин президент, хочу спросить вас еще об одном демократическом государстве, где совершенно другая картина. Вы говорили о Дональде Трампе, кандидате от республиканской партии. Вы сказали, что это выдающийся человек, талантливый человек, чрезвычайно умный человек, и об этом говорили во всем мире. Я хотел бы узнать вот что. Что именно в этом человеке привело вас к такому его восприятию? И уверены ли вы в этом? Вот... Вы известный человек в нашей стране, вот вы лично. И не только как ведущий на одной из крупнейших телевизионных корпораций, но и как интеллектуал. Зачем вы все передергиваете? Вы возьмите, вот над вами берет верх журналист, а не аналитик. Ну посмотрите, что я сказал. Я на ходу сказал, что Трамп яркий человек. А что, не яркий? Яркий. Никаких других характеристик я ему не давал. Но вот на что я точно обращаю внимание, и что я точно приветствую, и не вижу здесь ничего плохого, наоборот. Господин Трамп заявил, что он готов к восстановлению, полноформатному восстановлению российско-американских отношений. Чего здесь плохого? Мы все это приветствуем. А вы нет? Но мы не вмешиваемся, мы никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран, тем более Соединенных Штатов. Но мы будем работать с любым президентом, за которого проголосует американский народ. Хотя я не думаю, кстати говоря, что вот они всех учат, как надо жить, и демократии учат. А что, вы считаете, что там демократические выборы президента, что ли? Но это правда. Посмотрите, там дважды в истории США избирали президентом человека, за которого большинством голосов выборщиков, а за этими выборщиками стояло меньшее количество избирателей. Это что, демократия, что ли? Значит, когда мы дискутируем иногда с коллегами, мы никого ни в чем не обвиняем, мы просто дискутируем. Нам говорят, не лезьте, это не ваше дело, мы так привыкли. Так и хочется сказать, ну да, не лезьте к нам. Чего вы лезете-то? Разберитесь у себя сначала. Но повторяю, действительно, это не наше дело. Хотя, по-моему, там даже прокурору отгоняют от участков международных наблюдателей в ходе избирательных кампаний. Американские прокуроры пугают их, что в тюрьму посадят. Вот. Но это их проблемы. Они так привыкли, им нравится. Америка – великая держава. Ну, сегодня, наверное, единственная супердержава. Мы это принимаем. Мы хотим и готовы работать с Соединенными Штатами. И как бы там ни происходили эти выборы, в конце концов они состоятся. Будет глава государства, у него большие очень полномочия. Значит, там идут сложные внутриполитические и экономические процессы в Соединенных Штатах. Миру нужна мощная такая страна, как Соединенные Штаты. И нам нужна. Значит, но нам не нужно, чтобы они постоянно вмешивались в наши дела, указывали, как нам жить, мешали Европе строить с нами отношения. Вот. Санкции, про которые вы сказали, они касаются Соединенных Штатов? Да никак не касаются. Вообще наплевать им на эти санкции, потому что последствия наших ответных действий, они на них никак не отражаются. На Европе отражаются, а на США никак не отражаются. Нулевой эффект. Но американцы говорят своим партнерам, надо потерпеть. Зачем они терпеть? Я не понимаю. Ну, хотят, пусть терпят. Зачем? Матео, зачем вам терпеть? Сейчас Матео объяснит, зачем нам терпеть. Вот, но
Но он яркий оратор, мы это видим, как здорово выступал, красиво. Вот, но я искренне говорю, честное слово. Италия может гордиться таким премьером. Правда, конечно, красиво. Но мы никого не нахваливаем. Это не наше дело. Как немцы говорят, не наше пиво туда. Поэтому выберут, когда выберут, мы будем работать с любым президентом, которому оказал доверие американский народ. В надежде на то, что это будет такой человек, который будет стремиться к развитию отношений с нашей страной и будет способствовать созданию, строительству более безопасного мира.